Алутина, бывшая деревня, воевавшая с немцами. Поле брошенное, раскосили, пытались почистить его, выпилить кусты, убрать, но, блин, эти копатели просто задрали, просто задрали. Хлам весь возят, скидывают. Вот пришлось вот так вот этот заезд закрыть вот такой вот, такими подарками. Все подряд. А поле на самом деле хорошее, рядом с деревней. Решили помойку вычистить вот таким вот способом, чтобы больше сюда никто не ездил. Ну, наверняка и вот этот вот заезд весь загадят. Ну, наша совесть, как говорится, чиста. Выгребли, вычистили его. Надо очистить. А так все было вот. От того места все помойки на накидавшие вот так вот. И нахер никому не надо. Уже полю лет 15, наверное. Точно. Ну, 10 точно брошено. Вот мы в том году весь тот край скосили. Вот здесь спереди. Так вот здесь спереди таких окоп накопали. Вот здесь раньше была деревня. И главное, кого не поймаешь, копатели эти. Всем, это не мы, это не это мы. Мы все закапываем, мы все, блядь. Как не посмотришь, японский городовой. Ну просто. Так я говорю, а что здесь искать-то? Здесь ничего не было, никого не было. Немцы были здесь 3 месяца, наверное. Перед Калининым. Как она? Полустовская переправа здесь была. Все. 2 ведра гильз немецких накопали. Все котелки мы еще в детстве в школе вытащили, выкопали. И здесь картошку сажали, и мы эти котелки, все, и минометные мины, все, что было более-менее, уже давно, еще в 90-м, 87-м, 89-м году вытащили. А так надо будет, значит, расчистим себе заезд, заготовим все сено и снова все засыпем. Просто жесть, жесть, жесть. И еще там сзади есть, наверное, 2 помойки, блин, вот там по дороге в самом конце. Там еще надо чистить. Ну, не знаю, чем люди думают, что... Говори, не говори, пытался общаться. Не, нет понятия. Я говорю, так мы здесь сено готовим. Да, а мы не видели. Вон напротив пшеница посажена. Прямо на пшеницу заезжают. Мангал, фигал. Все этот. Воскресный день. Отдых. Шашлыки. Я говорю, парни, ну вы что, не видите, что пшеница посажена? Не-а. Я говорю, ну плохо, что вам не показали, как хлеб растет. Воды. Я как бы не ругаюсь на них, пытаюсь этот... объяснить, как договориться, сказать, что так нельзя. Но это приходится делать каждый день. Все. Кана заднему отвалу. Я говорил этому седому не доверять. Чего он хочет? Пива у нас нету! Пива нету! Ты же пиво спрашиваешь!
Бывает там защелка, то ли у него на этом быстросъеме, или не знаю, что она у него сваливается. Но бывает такое. Да, сейчас вот у нас пошли вроде более-менее даже таких сильных, что целый день поливало и холодно, 15-20 градусов, вроде трава подымается, рапсус зеленина уже, наверное, метр двадцать. Все у него рулевая, что ли, все. Что-то у него. Бим, не лази там, блин, змеи будут, опять укусят. Укусила она. Змея лежал 4 дня, блин, колол ему уколы. Как им не справиться, видать, придется идти помогать. Сейчас вдвоем сильные парни закинут. Ага. Ага. Ладно. Все это лирика. Технические вопросы будем решать. Сделаем, подделаем. А вот такое вот поле. У нас от деревни, оно граничит с деревней. В общем, вот так вот чистим. Пытаемся бороться с теми, кто здесь гадит. Извините меня. Ладно. Все. Смотрите дальше. Будет потом покажу, что сколько здесь выдержано сена. Сенокос, естественно, мне нравится. То есть там в конце был, хотел его засеять, не получается, и в конце у нас вспахан есть участок, там гектара 4, наверное. Фиалового. Все. Получилось. Как только тепло пошло, и комары все вылезли с оводами. Ну, я планирую, что 10 где-то 12 июня начнем сенокос. Посмотрим. Начнем не сено косить, а именно сенаж. Под обмотчик 30-40, там может 50 рулонов приготовим, посмотрим, получится, не получится. Ну все, всем пока.